мягкой посадкой, Николай Васильевич. Спасибо. А мы вас еще во вторник ждали. Пришлось потрудиться, шведы стояли насмерть. Как под Полтавой? Пожалуй, крепче. Сегодня уже был салют, Ваша честь. На коллегии. Михаил Федорович зачитал телекс, контракт подписан. Одну минуту, Виталий Сергеевич, я сейчас. Попросите Антонину Петровну, пожалуйста. Алло. Здравствуй, Тонечка. Здравствуй. Это я. Я прямо из Шереметьево. Очень хочу тебя видеть. Я не могу сегодня. Почему? Я занята сегодня. Как занята? Почему занята? Завтра позвони. Хорошо, хорошо. Звони. Ладно. В Днепропетровске ходоки сидят, вас ждут. Сверхсметы 1,5 миллиона под новый цех выбивают. Ну-ну. Да, у Стороженко неприятность. Какая? На Высоцком заводе никак колесопрокатный цех пустить не могут. От Стороженко сегодня на коллегии прямо дым шел. До завтра, Николай Васильевич. Доброе утро, Николай Васильевич. Здравствуй, Тнюша. По вас, Жерика, часы проверяй. Кто это? Спит еще ваш Митя. Какая это девчонка? Привет. Ну, наконец-то. Слава богу, живой.
Митя, завтрак на столе. Откуда ты? Николай, ты идешь? Где это он по ночам гуляет? Спроси у него. Черт знает что. Сын всю ночь по девкам шляется. А ты на это глаза открываешь. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо. Министерство. Сегодня же отправляйтесь в Новокузнецк. Журналисты знают больше вас. Через 3 дня, чтобы у меня были объективные данные. Но, Николай Васильевич, я же писал вам докладные. Мне некогда читать ваши докладные. У меня должен быть рапорт в 1 строчку. Прокат соответствует ГОСТу. Все. Николай Васильевич, Северский завод. Давайте. Доброе утро, Николай Васильевич. С приездом. Спасибо. Вот что, Виктор Сергеевич. Мы устали от ваших обещаний. Завод вторично не выполняет план по номенклатуре. Сегодня я предложил заслушать на коллегии вашего главного инженера. Я не могу решать за коллегию, но лично я буду за строгое взыскание и даже больше. Ясно? Вполне. Вопросы есть? Будут на коллегии. Мы договорились. До скорого. А вы почему здесь? Ну, Николай Васильевич. Вам нужно быть в бухгалтерии и получать командировочные. Николай Васильевич только сегодня вернулся из командировки. Вы представляете, сколько у него дел? Посмотрите. Представляю. Но, Лидия Георгиевна, мне очень надо. Необходимо. А у вас что такое? Виталий Сергеевич, у меня личное. Так что, дорогие товарищи, мы не дадим вам 1,5 миллиона. Никто вам их не обещал. Укладывайтесь в смету. Ну как же так, Николай Васильевич? Идет же ведь реконструкция. Ведь был разговор. Разговор – это фикция. Мыльный пузырь. Вы заявили на коллегии, что вам нужно 1,5 миллиона. Я проверил документацию. Ничего подобного. Нет удорожания. Николай Васильевич. Все. До свидания. Всего доброго. Николай Иванович, понимаете, я предвидел это. Алло. Позовите Антонину Петровну, пожалуйста. Я слушаю. Тоня. Я вчера ничего не понял. Что-нибудь случилось? Ничего особенного. Ты что-то не договариваешь. Коля, я жду тебя у входа в Останкинский парк в 6:30, хорошо? Хорошо, ну почему не у тебя? Так надо. К вам можно? Что вы сказали? Я спросил, можно ли? А, ну да, конечно. Прошу, садитесь. Ну что, стряслось, Климов? Не могу я больше с ним. С кем? С Ладонщиком. Не могу я, Николай Васильевич, с ним в одной комнате сидеть. Почему? Поет он на работе. Ну и что? Так он же фальшиво поет. А у меня с детства абсолютный слух. Я до института музыкальной школы окончил.
Он меня с мысли сбивает. Так пусть перестанет петь. Не может. Говорит, тогда у него резко снижается творческий потенциал. Черт знает, что из-за такой чепухи. Да. Николай Васильевич, зайди ко мне. Подождите. Разрешите, Михалыч? Да-да, заходи. Садись. Я только что из Совмина. В Высоцке до сих пор не могут пустить колесопрокатный цех. Монтажники давно отрапортовали о пуске первой очереди. А цех стоит. Чудовищно. Новый вагонный парк готов к переходу на высокие скорости, а колес нет. А ведь Шергов 7 лет директор. И не стар еще, 43 года. Да какой же он директор, если не может цех пустить? Ему через 3 месяца вторую очередь запускать. А он с первой никак не сладит. Масштаб другой, Михаил Федорович. Новый цех в 5 раз больше всего старого завода. Знаю. Но если завтра мы не дадим колеса, ну, сам знаешь. Я не сторонник крайних мер. Ну что делать, дорогой Николай Васильевич? Вы уж, пожалуйста, поезжайте, разберитесь. Видимо, придется тащить Шергова на коллегию. Ведь вы его знаете. Знаю. Учились вместе однокашники. Ну, каков он? 20 лет назад был студентом. Сейчас директор завода. Знаете, Михаил Федорович, пусть едет Стороженко, это его объект, а я... Знаю, знаю. Только вернулись из командировки, знаю. Ну вот что, Николай Васильевич. Через неделю, максимум 10 дней, цех должен работать. И не часом позже. Так что я надеюсь, Николай Васильевич, именно на вас, а не на Стороженко. Лидия Георгиевна, я... Я уже знаю, Николай Васильевич. Ну, вот смета. Проект, подготовленный протокол решения. Да вы что, хотите, чтобы я сегодня все это решил? Тут работы на 3 дня. Надо, Николай Васильевич, надо. Оставьте, я разберусь. Николай Васильевич, а вы ведь сегодня уезжаете. Ну, поистине, в нашем министерстве все знают вчера. Давайте. Климов, в Африку поедете? В какую Африку? Центральную, там нужны специалисты вашего профиля. А Ладонечков поедет? Нет. Поеду. Садитесь. Лобанову, пожалуйста. Маша, я сегодня уезжаю на несколько дней. 22 с минутами. Приеду домой поздно, так что ты собери, как обычно. Высот Шергову. Помнишь такого? Да-да, он. Ну что ж, поехали.
Здравствуй. А я почему именно здесь, а не у тебя? Давай лучше пройдемся по парку. Ну, пойдем, погуляем. Надо ж так, и в Москве дождь. В Швеции сейчас был, там тоже все время дождь. А ты мне задала загадку. Я вчера, как в Шереметьево приземлился, сразу стал звонить тебе. И так странно мне показалось, голос какой-то у тебя. Я уж думал, может, что с Иринкой случилось. В общем, всю ночь думал. Да. Ой, знаешь, чуть было не забыл. Из охраны шведского короля. Марширует, как настоящий. Тоша, поедем к тебе. А? Нам не надо больше с тобой встречаться, Коля. Он вернулся. Решил вернуться домой. Я сказала, приходи. Ирочка не может без отца. Ну, показалось, что влюбился в ту девчонку. Так бывает. А сейчас пришел, рубашка вся мятая, а был такой аккуратный. Ирочка как к нему, если бы ты видел. Вцепилась, не отпускает. 3 года, Коля. 3 года. Я жила от твоего звонка до звонка. Я не хочу всю жизнь быть одна. Не хочу, я устала. Понимаешь, я устала. И в конце концов он возвращается к себе домой. Ну что ж ты расстраиваешься? Не знаю. Я ничего не знаю. Я пойду. Куда? Маша! Здрасте! Маша! По какому поводу веселье? Все готово, сейчас принесу. Вот я все собрала. Это она звонила сегодня утром? Ее зовут Настенька. Он уже взрослый. Между прочим, этот взрослый находится под нашей опекой. Должен быть какой-то порядок в доме. Возможно. Что там у Антона? У Антона? А, у Шергова. У него неприятности. А тебе-то зачем? Но вы ведь дружили с ним, Коля. Положим, дружил он больше с тобой. С тобой не меньше. Ну и что? Меняться и менять свои отношения к жизни – это норма человеческого поведения. Ты железный мужик, Коля. В тебе кроме металла ничего нет. Иногда мне кажется, постучать по тебе – зазвенишь. Я тебя чем-нибудь обидел? Лучше бы обидел. Или ударил.
Ну, невозможно так. Не я виновата в этом, Коля, это не жизнь. Мне сейчас некогда, Маша. Извини, меня ждет машина. Самолет задержали. Сутки в Иркутске просидел. Еду скорее к тебе, дома собрались. Решил вернуться. До свидания. Здравствуй. Здравствуй, Николай Васильевич. Здравствуй. Здравствуй. Вот, знакомься, моя жена, Надежда Ивановна. Очень приятно, Николай Васильевич. Здравствуйте. Можно просто Надя. Хорошо. Места у нас здесь, охота, рыбалка, просто удивительные места. Ну, а завод не моложе демидовских заводов. О, славился наш завод. И считай, отечественная промышленность здесь зарождалась. Вон наша летета до сих пор во всем Питере стоит. Ох, да что там в Питере. А в Москве? Вон решетка Александровского сада наша. Кони на Триумфальной арке тоже наши. А, вилы, почитаешь, лет 200 катаем. Славились наши виллы. Вон по всей Руси, да наши именно виллы искали. Высоцкие, не какие-нибудь там питерские, а высоцкие. Остынь, Антош. Да
Ничего, ничего. Вон Николай Васильевич сам увидит и во всем убедится. А как Маша? Нормально. Потом, Антон, посидим, поговорим, повспоминаем. Вот он, наш Высоцк. Максимыч, когда мост сводить будешь? Сейчас, Антон Петрович, баржу только пропущу. О, и мигом. Смотри, не прозевай, клюет. Ну вот, видишь, какая красота. Да, а ты Сандуны помнишь? Я тогда с тобой на спор 5 часов в парилке просидел. Не помню. Ты как же? Ну, когда это было? Ты что? Надя, помнишь, я тебе рассказывал, как я на спор с Николаем Васильевичем 5 часов в парилке просидел? 10 кружек пива у него выиграл. Да ладно. А? Проиграл, потому и не помнит. А ты что? Правда не помнишь? Не помнишь? Да не помню я. А я вот все помню. Время тогда было хорошее. Студенчество. Ну, куда дальше-то, а? Ну, куда скажешь? Давай на завод посмотрим. Ну уж нет. У меня дома завтрак ждет. Сначала к нам заедем, а потом куда хотите. Будем слушаться. Не ожидал, Антон, что ты в таком доме живешь. А что? Да. У нас все есть. И газ, и горячая вода. Все как в московской квартире. Только воздух почище. Ну, с дороги. Да не надо. Этот дом еще мой дед ставил. Ах, никогда за собой не убираем. Мужики. Вот. Но потом отец доводил. Ну, и я тут кое-что вложил. А вот это моя комната. Ну, конечно, можно было бы и в заводском доме. Но, видишь, у нас в каждой квартире дефицит. А я этот дом очень люблю. Надь! Да-да. Ну что, опять вы цветы не поливаете? Ой, ну, Антон, потом. Я сам. Ты знаешь, мне этот дом по ночам снился, когда я в Москве жил, в общежитии. Даже слышал, как половицы скрипят. Да я себе представить не могу, чтобы жил в другом доме. Вот. Надя! Да-да. Кормить собираешься или нет? Иду, иду. Ну, давай быстрее. Иду. Попробуй салат. Не пересолила? Ну, нет. Вкусно. Ну, давай, молодец. Неси. Сейчас, давай сюда. Есть. Пошел. А у вас такой нет? Антон в прошлом году из Москвы привез. Да, Маша здесь хорошо. О, вы о чем? А? Нравится? Моя работа, сам снимал. Хочешь, подарю? Держи. Не стоит благодарности, коллега. Кто так говорил? Пофу. Помнишь? Николай Васильевич, а правда, что вас Антон с Машей познакомил? Ну, верно, он ведь ухаживал за ней. Да, был отвергнут. И потом был главным шафером на нашей свадьбе. Трагикомедия Антона Шахова. Ну, сажай. Ну, садитесь, перекусите с дороги. А на обед милости просим к нам, на пироги. А где мужики-то? Сейчас позову. Ну, давай-ка быстро. Такс. Ребята! Ребята! Завтракать! Знаешь, Антон, я хочу, чтобы между нами сразу стало как-то все ясно. Мне пришлось выдержать
нелегкую борьбу, чтобы именно на базе вашего старого завода поставить новые цеха и обновить этот завод. Понятно. Ну вот вы построили первый цех, опустить его не можете. Допускали мы его. То в одном месте сбой, то в другом, то в третьем. Черт, никак в один узел не можем собрать. Понимаешь, тут же все новое. Ну, просто буквально все. Да с такими цехами мы никогда и дела-то не имели. Ну, да. Через 10 дней цех должен работать. В чем дело, почему не держит? Наладчики второй час не могут отладить никак зажим-разжим. Копот не доходит до конечного выключателя, а клещи уже разжимают. Ну и сколько тебе надо времени, чтобы все это исправить? Надо разговаривать с начальником наладки. Погоди, начальство пришло. Ты здесь проследи, я сейчас. Начальник колес прокатного цеха Ельцов. Знакомьтесь. Лобанов. Ельцов. Здравствуй. Привет. Пошли. Объяснение будет давать начальник цеха? Пожалуйста. Да нет, я сам покажу. А он что, стесняется? Да нет, просто вторые сутки не спит. Пошли. Ну вот видишь, здесь еще продолжаются сварочные работы. Затянули вы. Я не могу производить наладку колеса прокатного стана. Почему? Верхний эджерный вал не поднимается. Какое давление масла в насосной? 53 атмосферы. Попробуй поднять выше, порядка 59. Попробуй поднять, легко сказать. Давай, давай, давай. Пойдем. Добрый день. Здравствуйте. Прошу знакомиться. Лобанов, заместитель начальника цеха. Латышев, заместитель начальника цеха по оборудованию. Лобанов. Прошу. Пойдемте сюда. Хорошо. Ну, вот это наша гордость, вторая печь. Чудо, красавица голубушка, с подвижным подом. Вчера опробовали ее вхолостую. Все нормально, подогрев прекрасный. Вот наш тебе, вот, редуктор, который вращает под, дух сорвало. Как вот не взвоишь. Так смонтировали, что сорвало. Монтажники потом заново всю ночь монтировали. Ельцов. Это кто красил? Даже пыль не стерли. Водили кистью прямо по пыли. Ельцов, я не хочу, чтобы эта краска у меня шмётями через 2 месяца упала. Ободрать и заново перекрасить. Вы хотите что-то сказать? Нет, пока ничего. Сегодня же перекрасить. Извини, Николай Васильевич. Тут каждый шаг как побитому стеклу. Строительным монтажникам что, поскорее убраться из цеха? А нам здесь жить и жить. Вот, говорят, Шергов восторженный мужик. А я не только восторгаюсь этим цехом, но еще и плачу. Только этот, как говорит моя Надя, невидимый миру слезы. Ну не могу я принимать дурную работу, не могу, понимаешь? До скандала доходило. Приезжал тут один от вас, бойкий. Ну и вместо того, чтобы меня поддержать, стал советовать. Ты, говорит, принимай. Самое главное, чтобы отрапортовать. Тебе, конечно, простят, а потом все доделаешь. Я ему говорю, давай письменное подтверждение. А он вместо этого анекдот рассказал, чтобы все посмеялись. Монахи, говорит, спросили, можно во время молитвы курить? Их наказали. Тогда они взяли и переначали вопрос. Когда куришь, можно молиться? Их сочли родивыми. Вот все смеялись, как ты. А я такого юмора не принимаю. Турнул я тогда твоего Бойко, не жаловался тебе? Не помню. Ты вот очень мягко турнул, а надо было покрепче. Ну ладно, пойдем дальше. Вот теперь за гранью суда. Здесь имеются кое-какие изменения в проекте. Мы и провели уже через авторский надзор. Вообще здесь ребята работают головастые. Кое-что гумекают по части рационализации. Ну, а вот это заслуга Натальи Александровны. Спасибо ей. Большое вам спасибо, Наталья Александровна. Ельцов, а ну-ка иди сюда. Почему провода обнажены? Так
ведь бригаду отправили на другой участок. Только не рассказывай мне, что некому было закрыть. Сам закрывай. Я тебя буду штрафовать за нарушение техники безопасности. Понял? Ну вот опять, смотри-ка. Почему трубы не сварены? Я же говорил. Электродов не было, не те подвезли. Я же звонил в Лободянск, там свои люди. Договорился о натуральном обмене. На все у тебя отговорки. Антон Петрович, да не волнуйтесь вы. Да сварим мы эти трубы. Ну, вот тут уже я кое-что сообразил. Ну, конечно, не бог весь какое изобретение, а все-таки доказал, что кое-что помню. Прошу, прошу, проходите. Подводишь, подводишь ты меня, Степан. Гаврил, а? Чего? Что случилось? Сопротивление поменяй. По инициативе партбюро мы проводим в цехе так называемую мозговую атаку. Да, но это... Идете в ногу со временем. Вы знаете, нас тоже кое-кто считает новомодной затеей. Так вот, в атаке принимают участие все, и рабочие, и инженеры. Здрасте. Мы рассматриваем все идеи, даже те, которые на первый взгляд кажутся просто нелепыми. И на ближайшем партийном бюро мы подведем итоги. Вы произнесли недавно очень знакомую мне фразу о самоуверенности науки. Ее любил повторять мой учитель Поповский. Я знаю. Ну, что откуда? Я тоже у него училась. Ах, вот как? Угу. Ну, тогда нам будет легче понять друг друга. Я думаю, сейчас нужно главное выделить звено в деле. Наладка. Здравствуйте. Здравствуйте. Что, плохо работают наладчики? Медленно. Медленно. Они варяги, и вольно или невольно они набивают себе цену. У нас есть цехи и другие, свои ребята, которые больше заинтересованы в скорейшем пуске. Ну и где же ты свои? Сейчас увидите. Пойдемте. Проверь еще раз. Да 100 раз проверял уже. А ты прозвони 101-й. Прозвони, прозвони. Ладно, ладно. Давай, давай. Слушай, Пах, а как ты воспитал в себе такое беспощадное занудство, а? Ну, поделился бы опытом. Да, Павлик, в общежитии ты бы не прожил и 3 дней. Чепуха, еще бы как прожил. Интересно, как бы ты прожил, если тебе Наташа до сих пор манную кашку по утрам варит? Варит? Со сгущенным молочком, да? Песочком. Сластена. А ты бы хоть раз с ним на охоту сходил, тогда бы узнал, что такое Паша. Ой, да он же стрелять не умеет. Вот эти ребята. Знакомьтесь. Привет, молодежь. Салют. Салют. Наладчики. Автоматика плюс электроника плюс еще кому чего подать. Ну, а почему стоит цех? А это уже к начальству. А я спрашиваю, как у специалистов. Ну, а как специалисты? Мы не можем навести здесь должного порядка. Дело в том, что... В чем дело? Может быть, вы хотите пройти еще раз линию посмотреть? А где Шергов? Вызвали в 3-й цех. Зачем? Ну, понимаете... Да там что, случилось что-нибудь? Да, все возможно. Цех старый. А это закон стервозности. Как только начальство приезжает, вот вам и пожалуйста. Проводите меня. Да там небезопасно. Иван Гаврилович, дальше нельзя. Почему? Директор приказал. Аварийное положение. Что там случилось? Трубы прогорели. Вода может бортом хлынуть. А где Шергов? В цехе. Как прискакал, велел всем домой. А сам в цеху остался с ребятами. Ребята хорошие. Думаю, все будет нормально. Пойдемте. Николай Васильевич, там любую секунду! Выпускать!
Я говорю, выпускай! Пускай! Выпускаю! Ну, ты понимаешь, скольких людей ты мог искалечить? М? Тебя же под суд надо. Под суд. Понимаешь? Что ж ты молчишь? Говори, говори. Разберем, Антон Петрович. Найдем виновного. На кой черт? Где твой виновный? А ты где был сам, когда вода хлынула? Почему тебя не было в цехе? А если бы рвануло? Я в столовой был. Обедал. В столовой? Не дам. Не дам. За каждый гвоздь прошу. За каждый гвоздь! На аварию бросился. Хорошо, мне Анечка позвонила. Ну, посмотри, весь мокрый. А ну-ка, вставай. Вставай, вставай, вставай. Пойду рубашку поменяем. Быстренько, у меня там чистенько лежит в шкафчике. Сама клала. Давай, давай. Ой. Ах ты, горе-то мое. А если бы рвануло? Ну, прям так рвануло. Везде ты первый лезешь. Вот лучше бы всыпал тому, кто промогал. Давай, умывайся. Подержи. На рубашку чистую оденешь. Я детей пожалел. Не думаешь совершенно. Думаю. Вот горе-то мое, Боже. Напугал как. Ничего, ничего. Давай вот рубашку чистую одень. Держи. Побледнел. Так, смотри, ну, бледный какой. Не выдумывай. Спасибо. Что ж творится? Застегни брюки. Причеши волосы. Сейчас. Лохматый. Вот что, Антон Петрович, собери совещание на 17 часов и сообщи начальникам участка, что совещание будет в цехе. Хорошо. Николай Васильевич, вы куда? Обедать. Мы ж к Антону не только как к директору приехали, а у меня сегодня пироги. С чем? М? С рыбой. С рыбой. Ну куда, куда? Уже на улицу, да? Ага, помог. Ну давай, тащи. Сейчас. Ну вы кулинарка. Да, вот научилась, а раньше не умела. А почему раньше? Да так получилось, 16 лет. По общежитиям жила, в основном в столовой питалась. Так вы на заводе работали?
Завтра на щите работала. И неплохой. А я сейчас не против. А что? А ничего. Зачем же было тогда уходить из продавщицы? Дантон был начальником цеха. У нас и вы тогда была. О, кто там? Ура! Здорово, орлы! Надюша, радость моя, здравствуй. Вот, прими от первейшего твоего поклонника. Спасибо. Я вижу, как раз угадал. Здорово, Антон. Здравствуй, Паша. Здравствуй. Ну? Управляющий строит рестом. Брат мой, враг мой. Точно, точно. Ох, хитер. Как бы узнал, что ты приехал, сразу явился. А это что же? Подарок или взятка? Ну, тебе не стыдно, Антон. Не стыдно, стыдно в такое положение. Эй, мужики, наступай! Николай Васильевич, не узнали меня, нет? По лицу вижу, что не узнали. Ежов Павел Петрович. Очень приятно. А ведь в свое время я вас с Антоном в Москве в общежитии бывал студенческие годы. А один раз даже ночевал. Когда Антона в общежитии не обнаружил, и мне податься было некуда. Не узнали, нет? Ну, в общем, что-то... Ой, ладно, не было и было, и бельем прошло. Главное, что вы сейчас у нас. И это очень даже важно. Ну, почему это так очень важно? А вот потому что у нас с Антоном, как бы и старые друзья, отношения сложились неправильно. Ага. Директор завода и управляющий стройпрестом должны в одну точку бить. В ногу идти. Иначе дело дрянь получается. Вот приведу пример из нашей общественной жизни. У нас на заводе. Антон, слышь? Слышу, слышу. Тебя всегда слышно. Был юбилей. Круглой цифрой. Ну, торжество, потом банкет, передовики производства и, естественно, руководство. Но мы для завода тоже не чужие. И вот, естественно, что я собираюсь со своей супругой на банкет. Ну-ну-ну, расскажи, расскажи. И вдруг я узнаю. Так. Что в последнюю минуту директор завода, товарищ Шергов, лично меня из списка президиум и приглашенных на банкет вычеркнул. Удар, как говорится, наотмашь. Я, конечно, на торжество не иду, ссылаясь на гриппозное состояние. Но никто этому не верит. И все, весь мир шукуются на эту тему между собой. И всем этим можно было пренебречь. Но мы живем в таком городе, где все, все друг про друга знают. Ну вот и сослуживцы мои смотрят на меня так, будто бы я и побитый, и дуэли не принял. И пришлось мне, выступая на своем активе, вставить в свою речь следующие слова. Вот, мол, товарищи, учитесь у заводских режима экономии. Там даже на банкете директор сокращение штатов сделал. Меня сократил. Угу. Ну, в зале смех, переходящий, как говорится, в сардонический хохот. Вот так-то, дорогой Антон Петрович. Вопросы есть? Надюша, положи-ка ему сегодня самый большой кусок пирога, а то он скажет, мы его и здесь обделяем. Паша, ну а почему ты не расскажешь, как перед самыми торжествами твои гаврики фундаменты заливали под станки, а? Чего ты насупился, Паш? Правильно, ведь это же не бетон был, а глина. Ну и как же я могу человека, который мне хотел подсунуть халтуру, да еще за мои собственные деньги? В президиум посажу, а? Паш, как нехорошо. Вопросы есть, Паш, а? Посмотри, шиповник, а не человек. Колючка. Вы его не трогайте, Павел Петрович. Ты еще извини, Надюша, но его как личность я трогать вовсе не хотел. Ей-богу, как личность он мне даже симпатичен, хотя и нервный. Да, его нервы, моя печаль. Ну, садитесь, пожалуйста, садитесь. Спасибо, спасибо. Я считаю, что хозяйственник, спасибо, Надюша, должен быть не только специалистом, но и дипломатом. Им и наверху должны быть довольны, и на месте счастливы. Ну вот, и Антон. Заждались? Надо мне, Паш. Угу. Вот этой самой простой истины наш Антон, ну, никак понять не может. Что ты говоришь? Его и наверху не жалуют, и на месте клюют. Нет, я ничего не говорю, может, это и хорошо. Хорошо, Антон, когда ты болеешь за каждый
камешек, как за свое родное. Но, честное слово, не директорское дело по цеху бегать. Но не директорское. А кто же будет слесарей за рукав дергать? А это точно. Точно, точно. Некому надо будет, да. Да. Добрый день, Сергей Анатольевна. Да. Ну, конечно, здесь. Сейчас. Николай Васильевич. Вас. Кто это? Софья Анатольевна. Кто? Ну, Софья Анатольевна, Поповская. Ну, вдова Юрий Сергеевич. Поповская? Откуда? Да. Здравствуйте, Софья Анатольевна. Спасибо. Я тоже очень рад. Ну, конечно, сегодня же. Угу. Обязательно, непременно. Да. Хорошо. Она у нас тут все лето отдыхает. У нее гипертония, а у нас здесь домики есть для отдыха. Гайка называется. Ну, вот я ее и пригласил. Да. А я ее, как умер Юрий Сергеевич, так и не видел. Ну, поехали. Да. Оу, великий зодчий, ты готов? Ну вот, строим вторую очередь колеса прокатного. Автоматика какая? Программное управление. Ты знаешь, я, чтобы докопаться, чуть голову себе не своротил. А потом вдруг осенило. Ты скажи, это же идея Поповского. И так ее развили, что даже нельзя найти, где была изначальная точка. Вот, видишь, размах какой. А вот здесь будет навесной транспортер. Я сохранил письма Поповского. Прекрасные, удивительные письма. И весть о его смерти была для всех такой неожиданностью. Я сразу прилетел. Хоронили на Новодевичьем. Народу было много. А с нашего выпуска было всего человека 3. Ты тогда был в Лондоне. Ну, решили телеграмму тебе не посылать. Великий был человек, Юрий Сергеевич. Великий человек. Это что такое? Что? Вот это что такое? Это что за кладка? Это же разбитая дорога. Ха, сплошные колдовины. Ведь это же цех, а не зал для бальных танцев. А это что такое? Тебе что, главное транспортовать? А потом года два будем зализывать эти раны. Такой работы я принимать не буду. Но это... Брось, Антон. Вот тебе Бог. Брось. Да-да. Акта о приемке не будет. И можешь жаловаться на меня куда угодно. Где у вас можно купить цветы? Цветы? Именно цветы. Да вроде нигде, не продают у нас. Ну, если нужно, сейчас достанем. Здорово, Андрюха. Здорово. Постриги букет. Антон Петрович, что ли? Да нет, гость его. Здравствуйте. Сейчас сделаем.
вот она. Гарька. Поезжайте, я вас вижу. Какие Хорошо. Цветы! Мне 100 лет никто таких цветов не дарил. Ну, здравствуй, милый. Здравствуйте, Софья. Здравствуйте. Наташенька, посмотри, какая прелесть. Ну, пойдем, пойдем. А как же вас-то занесло в эту гайку? Да очень просто. Наташу направили в Высоцк, а я пожила немножко одна и затасковала. Ты не представляешь себе, Коленька, как затасковала. Бессонница и какая-то страшная грусть. Настоящая старость, одинокая. Ну вот. Я написала Антону, так, мол, и так. Приезжай, мол, выручай. Он сразу примчался и перевез меня сюда. Вообще-то, конечно, я тут зажила. Хотя я тоже ведь сиднем не сижу. Я захватила папки Юрия Сергеевича. Знаешь, Коленька, как залезла в них, там такое, новые миры. Ведь он до всего хотел докопаться сам. Я тебе покажу и обязательно с тобой посоветуюсь. Я получила письмо из Москвы. Там хотят на телевидении сделать передачу о Юрии Сергеевиче. Ну, а ты-то тут зачем? Говорят, цех приехал пускать. Говорят. Правильно говорят. Коли сами его не могут пустить, значит, придется мне. А что за цех такой? Нормальный, современный цех. В таком Юрий Сергеевич мне стал. А почему же до сих пор его не могли пустить? Наука бежит вперед, техника за ней то еле успевает. А люди, как правило, отстают. А Юрий Сергеевич последний год почти со мной не разговаривал. Странная все-таки психология у вас, у мужиков. Сами завязнете. А жены почему-то виноваты. Ты, может, тоже такой? Мы с вами, Софья Анатольевна, давно не виделись. Да, 5 лет. 5 лет. А вот и Наташа. Добрый вечер, Николай Васильевич. Будущая промышленность, производя богатство для людей, должна избежать возникновения 3 спутников. Грохота и шума, загрязнение воздуха рек и морей и воспитание железных мальчиков, лишенных сердца, уверенных, что разум способен сконструировать все, включая любовь. А не сыграть ли нам пульку, а? Коленька, ты когда-то недурно играл. Наташ, принеси карту. Другой раз. Проферанс дело серьезное. Мне еще надо выспаться, завтра много дел.
Ну, жаль. Тогда посидим просто немножко у огня. Это вы охотитесь? Я? А нет. Муж. Павел Латышев, вы же видели сегодня. Николай Васильевич, я хочу попросить вас помочь мне. Мне и Софье Анатольевне. Помочь? Что произошло? Понимаете, она не отпускает меня уже 2 года. Это болезнь. Заставляет перепечатывать по несколько раз письма Юрия Сергеевича. Вмешивается в наши отношения с Пашей. Ей нужно жить в Москве. Она там больше сделает. И вообще, мне кажется, она сама это понимает, но упорствует. Когда я узнала, что вы стоите, очень обрадовалась. Я думала, что вы сможете помочь. А вы сами как тут оказались? Ну, как по вашей заявке. Нас прислало свое министерство. Нужны были специалисты серьезные по автоматике. А здесь прекрасные линии, скоро будет вторая очередь. Так что мы с Пашей сами сюда попросились. Я была уверена, что она сюда не приедет. Что она привыкла к столичной жизни. Вообще, ошиблась, приехала. Да зачем ей это все? Несколько причин. И все они, конечно же, исходят от Юрия Сергеевича. Сейчас важно другое. Важно, чтобы вы просто поняли, ее необходимо отсюда увезти. Это необходимо для нее. И сделать это можете только вы. Хороши, нечего сказать. Бросили меня одну у огня. Вы же заснули, милая женщина. Я собрался уезжать. Ну, но прежде уединился с Наташей. Значит, у вас завелись от меня какие-то тайны? Конечно. Почему бы нам действительно не завести с Наташей тайны? Конечно. Ведь это же так естественно. Сейчас подъедет. Постарел ты, Коленька. Помню, как вы с Машей первый раз к нам пришли. Оба юные такие были, а Маша тоненькая, как тростиночка. Шли бы вы домой, милая женщина. Простудитесь. Спокойной ночи. Да, я тебе буду звонить. Конечно. Я тебя чем-нибудь обидел? Лучше бы обидел. Или ударил. Но невозможно так. Не я виновата в этом, Коля, это не жизнь. Слушаю. Говорите с Москвой. Николай Васильевич, добрый вечер. Будете говорить с Михаилом Федоровичем. Соединяю. Где это ты гуляешь? Сыскать тебя не могут. Добрый вечер, Михаил Федорович. Не знаю уж, какой он там у тебя. Докладывай. Беда обычная. Завод старый.
Командный состав не готов к работе в новых условиях. Не хватает подготовленных кадров. Отдельные участки работают, но вся технологическая цепь не увязана, и начальник цеха увязать ее не способен. Так, понятно. А что твой однокашник там делает? Работает. Что думаешь предпринять? У меня готово предложение. Тогда немедли. Действуй.